Итак, мы зашли еще в один дом, который выставлен на продажу. Я сейчас коротенько вам его покажу. На деталях останавливаться не буду, поскольку мы здесь приехали за другим. И я, чтобы не мешать оператору, просто быстренько сделаю небольшой обзор этого дома. Итак, гостевой туалет, офис, кабинет. Дайнинг-рум. Пройдем. Там, я подозреваю, будет кухня. Так, Алена, расскажи немножко об этом доме, что он... Ну, этот дом у нас продается, предлагается 1 635 000, то есть 1 635 000 предлагается этот дом, он поменьше, но мы опять же находимся абсолютно в том же эксклюзивном комплексе. Часть на гольф-полях, часть на озерах находится, но вот конкретно вот этот лот, он просто имеет как вид на деревья, да, то есть здесь нет ни озера, ничего. Планировка дома сверху, вот она видна, здесь очень большой план есть. Галина может показать на вот этот план. Опять же, мы продолжаем делать профессиональную видеосъемку домов. Это вот наш номер 2 сейчас. Галя покажет вам его. Вот план этого дома называется Сан-Марино модель. И пройдемте дальше. Дальше у нас медиарум, да, что это? Игровая комната, как это назвать? Что? Как это назвать? Медиарум? Игровая комната, да, игровая комната, то есть она соединена очень хорошо с, получается, с порчем, да, то есть наружный дом с внутренним домом, хорошее соединение здесь, хорошее очень. Очень оригинально. Так, я пытаюсь везде включить свет, чтобы видеографу было хорошо. А вот какой интересный бар в виде чемодана. Да. Слушай, с ума сойти, как да, красиво. Очень, да, очень оригинально. Очень интересно, на самом деле. Дизайнер поработал над этим домом, да, я хочу сказать. Да, хорошо декорирован, красиво. Каждая деталь продумана. Так, если дрожит камера, не ругайтесь, поскольку держу телефон в руках. Никакого стабилизатора нет. Ну. Вот это гостевые спальни. Здесь гостевые ванны. То есть очень хорошо здесь ванны. Как интересно, здесь зеркала сделаны, да, в виде окон. Нам как будто бы окна. Так, я пока прячусь. Угу. Еще две спальни. Спальня номер 1. Так, опять же повторюсь, коротенько я вам показываю этот дом, поскольку не хочу мешать видеооператору. Спальня номер 2. Гардероб, все как положено. Да, мастер-бедрум, очень большая, светлая, уютная. Да, очень большая, очень уютно сделана. С выходом на порч к бассейну. С выходом в бассейн. Двери если, открывать я сейчас здесь не буду. Это массаж, конкретно только на ванной. Так. Ванная комната, душевая, которая... И здесь же гардеробная. Принадлежит мастер-бедрум. То есть хозяйской спальни. Везде натуральный камень. Ванна обязательно с окнами. Ну, это, конечно, смелое решение. Почему? Это хорошее решение. И душевая. Это же не проблема поставить жалюзи, которые прибываются вверх и опускаются. Это да. Днем ты здесь, если кто-то, по сути, не будет. Душевая. Душевая комната – это именно комната, поскольку очень большая, с высокими потолками. Да, от потолка до низу плитки. Полностью, да, керамогранити. Все, пожалуйста. Смотрите, и стеклянные стены, стеклянная дверь. Еще одна раковина. Уж извините, я пытаюсь сделать все быстро. Поэтому и гардероб.
Гардероб вот уже полностью обставлен. Даже там какой-то отдельный пункт. Сейчас не удержусь, зайду. Ну вот так вот, как-то так. Окей, это для обуви шкаф. В принципе, все ясно и все понятно. Дом тоже очень светлый, очень красивый. Много света в этом доме. Высоченные потолки. Над домом очень хорошо поработал дизайнер. Цена этого дома 1 миллион 635 тысяч, по-моему. Этот дом также может быть вашим. Песочек сыпется, время идет. Спешите купить этот дом. И вот этот же дом, который я вам сейчас показывала внутри, он же снаружи. Очень красивый. Небольшой, одноэтажный. Но очень функциональный. Есть все. По-моему, 3 спальни, офис, кухня. Все как положено. Есть все. Да, очень вместительный дом с высокими потолками.